Я ни за что не пропущу бой, где могу победить. В бою всегда первым умирает тот, кто отягощает себя сожалениями. Лишь в бою с равным можно показать свою силу. Жди нужного момента и нападай. Если промахнешься, отступи и снова жди. Конечно, говорить легче, чем делать. Только идиоты лезут в бой, который не выиграть. Даже если потерять ногу или руку, реальный бой продолжается до тех пор, пока твоя голова держится на месте. Я сражаюсь потому, что не хочу убегать. Жизнь – это бой. Такова моя вера. Если я сбегу с поля судьбоносного сражения, то лучше уж умереть. Те, кто не могут стать беспощадными на поле боя, всего лишь лицемеры, которые не хотят запятнать свои руки. Какой смысл идти в бой, приготовившись умереть? Я не хочу умирать, поэтому я выиграю. Бой, о котором ты впоследствии пожалеешь, в нем нет смысла. Когда враг погибает в бою, он перестает быть врагом. Если это мой последний бой, хочу подохнуть так, чтоб потом не пришлось жалеть. В мире боевых искусств упорный труд всегда побеждает талант. Защищаясь, бой не выиграть. Любовь – это поле боя. Когда бьют, не думай, не замечай, не бойся. Боли нет, придумывают, чтобы боялись. Нельзя недооценивать своего врага. Смотри, подстраивайся. Бей в полную силу. Если можешь дышать, то можешь и драться. Против танка нет приема, если это не другой танк. Уйдя с дороги, а то нам твоя, извиняюсь, наше продвижение замедляет. Запомни, есть два вида боев, чтобы сохранить жизнь и чтобы сохранить гордость. Первый бой проверил нашу силу, второй проверит нашу слабость. Жизнь – это один большой бой. Покуда длится бой, никогда нельзя быть уверенным в победе. Замечательно. Но кирпич не может дать сдачи. Нет такого понятия, как честный бой. В бою используют любое преимущество и любую возможность.
Бой – это единственное средство достижения победы в бою. Важен не бой, а то, ради чего бьешься. Даже когда ты обороняешься, ты должен атаковать. Семейная жизнь – это бой длиной в жизнь, в котором нам, мужчинам, не выдали оружие. Есть два типа боев – во имя жизни и во имя чести. Я дерусь, чтобы защитить тех, кому я нужен. Значит, я не один. Вот и все. Что бы ты ни делал, не бей его ниже пояса. Почему? Он принимает это слишком близко к сердцу. Бой пройдет в два удара. Сначала ударю я, а потом о землю ударишься ты. Вместо боя быков у нас вышел бой дураков. Он пал в бою, он с честью смерть нашел, он честно жил и с жизнью счеты свел.